Сотрудники комиссариата полиции столичного микрорайона Чеканы задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый молодой человек в возрасте 33 лет, родом из Кишинева. Он нападал исключительно на женщин, срывал с них золотые цепочки и скрывался с места преступления. В ходе оперативной деятельности сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что подозреваемый сбывал украденные золотые украшения в пунктах приема драгоценных металлов по бросовым ценам. На данный момент удалось установить причастность подозреваемого как минимум к 5 подобным случаям. Сам задержанный также признает свою вину. За что были задержаны? За грабеж. Подозревают в грабеж? Да. А что именно вы воровали? Все наши. У кого? У женщин. Только у женщин? Как вы подошли к потерпевшей? Подошел сам, мама убежала. Жертвами грабителя стали женщины в возрасте от 23 до 28 лет. Общая сумма нанесенного ущерба оценивается в 20 тысяч леев. Часть украшений сотрудникам правоохранительных органов удалось вернуть из пунктов приема драгметаллов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. На данный момент продолжается следствие для установления причастности подозреваемого и к другим аналогичным случаям.